Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Заложница пригодится для переговоров с орденом. Смотри, что в противогазе была. Если заразится, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Что же вы творите? Простых людей убиваете! Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии, а вы все заражены! Вот-вот! И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального метро! Ну что? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летёха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Черт, сапог изговнял. Вот же не везет. Да что уж теперь. Ладно, вернемся, карболкой зальем.
Ну, тогда пошли, что ли? Знаешь, давай лучше закурим пока. Руки дрожат. Да и разгрузку сейчас совсем не в моготу. А так, может, и без нас справиться. Ну, давай, раз такой. Убить! На разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. И чтоб через 2 минуты были на складе. Выполнять! Есть, товарищ лейтенант! Вот козел. Тревога! Убить! Тревога!
Зажигательное! Отлично поработали. Теперь задача. Обработать второй сектор станции. У нас потери!
Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корпусу. Сделаешь? Так точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Теперь тебе крышка, гад! Кольцевой! Там Ганса! И наш!
Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу! Убейте меня! Ну что же вы? Идите! Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Кого повезли? Не видно тебе? Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий, Юрка. Эй, кто-нибудь! Эй! Что теперь? Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Вы не хуже меня, знаете, течение болезни. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Не задерживайтесь. Городим все-таки. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то... Сюда нельзя. Зона особой опасности. Он уже практически утратил герлен. Безысходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. В первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме,